кресло. Всего доброго, счастливого пути. Да, спасибо. Будьте добры, пожалуйста, багажник открыть. Пакеты, пожалуйста. Достаньте багажник, посмотрите. Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме. Военнослужащими поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автомобили, а при необходимости проводится их досмотр.